وليقى ثلاثة بحي لا بلا اسبع انا صدح بان وقديك محادولي سادو Короче, история такая. Вот в этом, от этого места отходят в Харгизу, в Сомалиленд, отходят вот такие вот автобусы. И мы вот с этим парнем договорились, что мы едем за 14 вдвоем. Ну, как бы, все нормально, да, каждый займет свое место и сядет. Теперь он подходит и говорит, если вы хотите ехать вдвоем, то платите еще. Говорит, вот вы сзади можете там сидеть вдвоем, но тогда еще за два места платите. То есть еще столько же, сколько мы собирались платить. 14 местных тысяч – это $70. Ну, мы так собирались заплатить. Мы собирались заплатить, если долго, например, собирать будем людей, и одного человека не будет хватать, чтобы не ждать его, просто быстренько заплатить и поехать. Вот, то есть у нас все равно это было в голове, мы уже это обсудили, мы уже договорились. И когда он сказал еще за два места заплатить, мы, конечно, сразу сказали за одно. Вот, там в конце на четверых, конечно, тесно, а на троих вполне хорошо. И мы так сядем, пускай. Вот, а тот парень, который с нами договаривался, он, видно, ну, такой справедливый, вот этот вот, в рубашке в клетчатой, он с ним ругается, говорит, зачем вы с него берете деньги дополнительно? Они, типа, договаривались за одну цену, а вы с них еще 40 евро срубили. А это толстопуз, он хочет денег, он с нас взял, ну вот, этот спорит, говорит, они заранее пришли, и я им обещал по телефону, что они будут не сзади сидеть, а спереди. Он сегодня нам по телефону это сказал, вы будете сидеть впереди вдвоем. Ну, это же деньги-то не отдашь. Нет. Да, но он, видишь, нам не дает возможность сесть впереди вдвоем. То есть он с нет, нас... ты ему скажи, отведи, скажи, хочу здесь сидеть. А, можно будет, но я уже не хочу. Почему? А там спать можно в конце, а тут всегда на дорогу надо смотреть. Поэтому... Вот. Вот такая вот система. Отдай, говорит. Он кричит, отдай русским деньги. Они, говорит, пришли заранее, а ты, говорит, такой-сякой. Вот. Отдай, говорит, русским деньги. Вот такая история. Ну, все смотрят. И он очень сильно разозлился, что к нам так отнеслись. Ну, ладно, всем привет. Пока, Джибути. Я сказала все.